Включение города Болгар в список всемирного наследия ЮНЕСКО – это результат усердного труда ученых. Однако простое текстовое описание, рисунок или карта не могут дать полного представления об изучаемом объекте. Другое дело – трехмерная реконструкция или моделирование отдельных предметов старины, которые позволили бы получить полную картину прошлого. И создавать такую трехмерную картину города Болгар взялись исследователи Казанского университета. Они создают компьютерную игру, в которой заново можно узнать для себя загадки великого Болгара 14 века и даже самому совершить исторические открытия. В этом проекте игроку предстоит исполнить роль средневекового архитектора из Багдада, который по дипломатической миссии приехал в город Болгар и который изучает архитектуру и культуру города. Разработчики игры работают над гигантским пластом научных исследований. Описание и справки, которые встретятся игроку, позволят в точности увидеть все особенности архитектурных сооружений древнего города. При прохождении игры можно узнать не только легенды и историю открытий, но даже узнать метод строительства и увидеть материал, из которого построена крепость, мечеть или хижина. Непосредственно разработкой занимается наша студия. То есть это разработчики, программисты, 3D-моделеры, левел-дизайнеры. Именно материал нам поставляют археологи и историки. Также архитекторы, и это институт археологии Республики Татарстан, это институт международных отношений и востоковедения КФУ. Завершить работу планируется к концу года, но на этом останавливаться разработчики не намерены. В лаборатории визуализации и разработки игр Высшей школы ИТИС планируют реконструировать в 3D и другие исторические объекты Татарстана. Аделя Мухаметшина, Роман Самарин, Универньюз.